Всем привет, ребята! Вы на канале kukovimovie.ru. С вами я, Яшка, и мы сегодня с вами поиграем в пиги. Наконец-то тут вышло обновление. Давно мы сюда с вами не заходили. Итак, что же у нас тут появилось? 5 новых скинов. Фергус, Шардантус, Марли Руссел, Глен и Джакайла. К сожалению, мы не сможем купить эти скины, но я буду стараться на них накапливать. Но это не все обновление в пиге. Дело в том, что в пиге был мод, вышло обновление. Сейчас я расскажу, какое. Ну а пока я строю вот эту вот штуку, чтобы нам было удобно смотреть новое обновление в Bullet моде, пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал kukovimovie.rf, на мой дискорд-сервер и на мой второй YouTube-канал Kukovi Stories. Итак, мы пока делаем тут одну штуку. Сразу же видно то, что обновилась немножечко вот эта вот штука внизу, которая... Ну, там, где надо выбирать, к примеру, вещи всякие. То там у нас тоже вышло обновление. Мы можем вот так вот теперь делать. Мне кажется, это вообще не важно. Но для кого как. Я думаю, это без разницы. Вообще, какой смысл вообще имеет эта штука? Ну ладно. Итак, делаем такую вот карту. Я даже забыл, как строить, реально. Вот я вот не знаю даже реально, как строить. Я уже забыл просто. Вот так, вот это вот надо убрать. О, гости, ребят, тут что-то новое у нас. Я уже вижу, что тут что-то новое. Сейчас мы все рассмотрим обязательно. Ни одну деталь мы с вами не должны упустить в этом обновлении. Так, ну я думаю, готово. Итак, инструменты. Что же у нас тут появилось? Что это? А, это цвет. Он теперь у нас в кружочках изображен. И мне кажется, что появилось больше часов. Что это? Ага. Ребята, мы теперь можем менять размер. И как, чё? Или же вообще его раздвинуть? Ну-ка. Да блин. Нифига себе. Странно. Пока что... Что это? Ладно. Пока что не особо понимаю, что это. Смотрим в блоки. У нас есть что-то новое? Нет. В предметах. Смотрим. Нет. Тоже нет. В блок... Ну, в свете нету. Украшения. Вот это вот интересно. Ну-ка. Так, это что у нас тут такое? Это же штука, наверное, для того, чтобы, ну, посадка для самолета, да? Ничего себе, ну-ка. Нифига себе. А это мешки, да, какие-то? Военные, наверное. Даже вот такая вот штука появилась, охрана. И забор даже появился. О, ребята, ура! Наконец-то добавили забор. На моих картах фронт бета это очень не хватало. Некоторых. Что-то у нас еще есть. Так. Ну, вроде бы ничего нового больше. В NPC смотрим. Ребята! Появилось... Появились вот эти вот моряки на 8-й карте в Бук 2. Ничего себе! Круто! Ура! Наконец-то они появились. Я их так долго ждал просто. Итак, у нас также появилась тут Willow Friendly называется. Скорее всего, она будет оглушать как раз этих ботов.
Что тут у нас еще? Ничего. События. Смотрим. Так. Так, ну вроде бы ничего. Подождите, нет. Ошибочка вышла. Посмотрите. Ага, подтвердить. Ага. Так, подождите, может быть, надо ее как-то повернуть? Давайте сначала ее удалим и поставим чуть поближе. Вот так вот. Так, теперь мы ее активируем. И возьмем вот эту вот штуку. Что это? Портал какой-то, ну. Портал. Что за портал? Не понимаю. Так, ну и по факту берем какой-нибудь блок. Может быть, вот так вот пушка может разрушить стену. Я пока не знаю. Что у нас еще нового? В скинах. Ну, естественно, скины. В способностях ничего нового. В дополнительных скинах появился тигр из специальной главы для него. В настройках тоже ничего нового. Ну, что еще могу? О, настройки. Вроде бы ничего нет пока нового. Кикасер. Что это? Отменить. А, что? А ну-ка, а в этой штуке у нас что-то новое есть? Я уже вижу, хотя у нас была докода вообще. Я не помню. Докода, Дельта. Маркус у нас не было. Омбра даже есть. Полицейский. Спидела. Вот Спидела точно не было. Твинс. Давайте выберем Спиделу. Ну и посмотрим вообще, что тут надо делать. Бот. А, да. Точно. А где ивент? А вот событие. Дик. И сюда. Готово. Ух, ребята, мне кажется, это что-то инти... А, он уже проснулся. Смотрите, Виллоу, ну давай, что ты делаешь, Виллоу? Виллоу, молодец. Молодец, Виллоу. Ну, оглушай еще. А, помогите! Блин, что это за порталы? Ну, где портал? Что это за фигня? Ой. А! Спидела, тихо. Надо было NPC какого-то поставить. Нет. Я не успею протестить пушку. Да выпрыгните вы уже все отсюда. Повезло, повезло. Все-таки нам нужен пони. Пони. Ну или Зизи. Короче, пофиг, пони возьму тут. И поставлю возле него морковку. Морковь. Только как портал работает? Давайте его попробуем удалить вообще, как бы. Удалить. И где у нас тут события? Вот портал. Лучше, может быть, надо два портала поставить? Ну, типа, чтобы телепортироваться. Ага. Ну ладно, пофиг, давайте сюда поставим. Раз. Ну и допустим, нет, не два. Может быть сюда? Вот так вот. Итак.
Ну что, сейчас мы с вами проверим. Ой, мне очень интересно. Ну, играть бот. Отлично. Итак, мы за Джорджика. Ой, на нас сразу напали. Нет. О, вот портал. Ребята, это правда, как телепорт работает? Офигеть! Ребята, на картах телепорты теперь добавили. Ничего себе! Вот это новая функция, ребят. Мне нравится. Ладно, теперь давайте все-таки пушку попробуем. Да блин, долбанный ты какой-то свинья. А! Тихо, тихо. Нет, 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 нет. Тихо, 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 тихо. Дайте обманем его. Ха, бот. Давай. Ну, оглуши виллу. Виллу, да что ж ты такая тупая? Ну давай же. Отлично. Дадим пони морковку на всякий случай. Так, все. Ну. Ха! Она не оглушилась. Долбаная свинья, да что тут происходит вообще? Портал. А? Реально блоки разрушились. Ну блин, ну долбаная ты спидела. Так. Итак, смотрим внимательно, как это работает. Да, она также поворачивается. Реально, ребята, как я и был прав, она сносит эти штуки. Ну, естественно, порталы. Не, ну портал это круто. А! Меня заскамили. Ну, знаете, ребята, эти порталы это такая офигенная штука. Итак, ребята, сейчас мы проверим с моим вторым аккаунтом, может ли NPC, ну, любой, даже Зизи, ну, любой вообще, может ли он телепортироваться. Для этого мы включаем режим игрока. Хотя, подождите. Мы даже спауна не поставили. Так, подождите. Секундочку. У меня тут объявление. Так, ставим спаун игрока. Ну, куда-то сюда. Спиги спаун мы ставим сюда. Готово. Теперь нажимаем играть и нажимаем на игрок. Нет, нет, нет. Я не хочу быть фушкой. Нет, нет, нет. Я хочу, чтобы мы проверили это на моем втором аккаунте. Чтобы я посмотрел это со стороны. Ну-ка, играть. И... Итак, отлично. Ой, какие-то баги. Итак, берем траву и даем ее Зизи. Теперь мы посмотрим, как наш второй аккаунт будет действовать вообще. Итак, смотрим. Хотя давайте не от первого лица, а вот так вот, так будет удобнее. Ну что, будем смотреть? Нет? Ну, может ли она телепорт... Ну, пожалуйста, зайди в телепорт, Зизи. Надо подтолкнуть ее. Зизи может телепортироваться. Да, ребята, все-таки я это проверил. NPC могут телепортироваться тоже в этих телепортах. Но теперь интересно проверить, а сможет ли игрок телепортироваться за Пиги? Скорее всего, он может. Ну, если не может, то это бред какой-то. Вот. Ну, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Итак, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Да, Пиги тоже умеет телепортироваться. Ну давай, Зизи, давай танцевать. Бам-бам. Дэнс. Давай танцевать, короче. Я приглашу тебя на дискотеку.
Давай, Диди, ну не отказывайся же ты. Ну, парень такой осел, приглашать тебя на дискотеку. Какой осел? Я же олень. Блин. Блин, игрок испортил наши отношения с Зизи. Капец, да, Зизи какой-то. А теперь я хочу проверить, а может ли пушка убить игрока? Сейчас мы это с вами и выясним. Играть бот. Бот. Итак, я за Джорджика. Становлюсь сюда. И мы сейчас выясним это. Мой второй аккаунт подходит. Но как-то ближе. Подходи к пушке. Смотрим. Итак, нажимаем. Походу, пушка никак не реагирует на игрока. А если пиги? Нет, к сожалению, пиги тоже никак не действуют на игрока. Точнее, пушка никак не действует на игрока. Так что как-то так. Следующий эксперимент. Мне интересно. А вот что будет, если тут будет на карте очень много телепортов? В какой из них я телепортнусь? Итак, начнем с моего второго аккаунта. Он телепортировался туда. Теперь он с другой стороны. Так, вот он теперь там. Теперь я попробую. Так, ну давай, телепортируй меня. Да, все-таки это зависит от того, ну, противоположны ли они друг другу или нет, или же от того, близки они насколько к друг другу. Ну, что ж, вот такие вот экспериментики мы провели. Если вы еще хотите подобное в таких обновлениях в Пигибу мод, то пишите в комментариях. Итак, ребята, в ARRP The Return у нас такое тут происходит, ребята. Хэллоуин, во-первых, какого-то черта. Ну ладно, допустим, Хэллоуин, да? И сейчас мы проверим убийство всех новых скинов. Потому что в первую очередь всегда здесь выходят новые скины. Итак, по-моему, скины у нас здесь. Да, итак, заместитель. Ой, дополнительно. Зараженные, ну-ка. Они здесь есть? Да, вот они, Марти, Россел, Фергус. Вот они, все пять. Ну что, будем их проверять? Смотрите, какой офигенный скин. Марсел Руссел. Мне он очень нравится. Реально офигенный просто. Насколько я понял, все эти скины, кроме Джакайлы, они у нас заражены инсоленсом. Ну что, Шардантус? Я считаю то, что скин офигенный. Какой там морской король? Похож на Дакоту, если честно. Эти все скины офигенные. Вот реально, без шуток. Если честно, мне он напоминает какого-то... Даже не знаю, кто это. Ребят, как вы думаете, что это за животное? Напишите в комментариях.
Он вообще кристаллами заражен какими-то. Мне кажется, они все страшные, кроме Джакайлы. И очень прикольные. Джакайла самая красивая, но для меня самый страшный это Марса Рулс. Вот такой вот волк какой-то или собака. Ну что, ребята, вот такое вот обновление. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал kukoimuri.rf. Ну а всем, ребята, пока-пока.